Игорь из Красноярска спрашивает. 3 месяца назад был развод. Мы жили в квартире, приватизированной на меня. Бывшая супруга была в ней только прописана. Она не хочет выписываться из моей квартиры. Как на нее повлиять? После расторжения брака бывшие супруги перестают быть близкими родственниками. На этом основании и на основании того факта, что супруга перестала проживать с телезрителем, он имеет право как собственник подать исковое заявление в суд о снятии с регистрационного учета. То есть выписать ее через суд, если в добровольном порядке она отказывается сниматься с регистрационного учета. Александр из Красноярска спрашивает, прохожу лечение в больнице. Врач выписал лекарства и намекнул, что они платные. Нужно ли мне платить за препараты, находясь в стационаре государственной больницы? Каждый гражданин Российской Федерации в соответствии с Конституцией имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Тем более, находясь в стационаре, человек может получить бесплатную медицинскую помощь, в том числе и лекарства. Требования оплаты являются незаконными. Юлия из Красноярска спрашивает, приобрела дорогой крем в косметическом магазине. Придя домой, обнаружила, что срок годности истекает через 10 дней. Могу ли я его вернуть? Продавец обязан передать товар, на который установлен срок годности, таким образом, чтобы в срок годности потребитель имел возможность его использовать. Если вы приобрели крем, который за 10 дней вы не можете использовать, то вы имеете право обратиться к продавцу с требованием заменить товар. Для этого составьте досудебную претензию. В том случае, если досудебная претензия не будет удовлетворена, вы все шансы имеете выиграть дело в суде.